Книга увидела свет совсем недавно, весной этого года, в крупнейшем издательстве «Эксмо». Примечательно, что ее первые презентации прошли не в столице нашей страны, а в курортной Анапе, где сейчас проживает автор. О самобытном творчестве писателей и его романах, выходивших на протяжении последних лет, в прологе встречи рассказал анапский поэт и прозаик Сергей Левин, после чего Алексей Шепелев представил гостям презентации главы из повести «В этюдах и размышлениях». Хотел быть тоже режиссером. Но о кинокамере в деревенском детстве нечего было и мечтать. Все, чем удалось раздобыться, тетрадь и карандаш. «Мир, село и его обитатели» – книга о современной российской деревне, которую хочется порекомендовать для чтения людям любого возраста. Одни почувствуют ожидаемую ностальгию, другие согласятся с четко очерченной позицией писателя и гражданина. Мне кажется, это некая метафора, то есть… Вот село, его микрокосм, вот это пространство, где все друг друга знают. На самом деле, я вот только недавно об этом подумал. Ну, конечно, думал отчасти, когда я писал, но сейчас вот ясное мне осознание пришло, что это такое метафора вот всей жизни нашей страны. Гости презентации с удовольствием послушали авторское чтение, после чего Алексея Шепелева засыпали вопросами о творческих планах, любимых произведениях, впечатлениях об Анапе и многом другом. Многие с удовольствием приобрели книги с автографом в свою библиотеку.